Почти простой человек, который ложится спать в 3 часа ночи, а встает в 8 утра. Я ношу большие глазки, да не то, что украшает собой мой пиджак или офис, а тот самый любимый глазка, пионерский. Я вожатый. Каждый из нас сталкивается с разными проблемами, кругом, ситуациями. В этот момент тебе становится тяжело. Ты не знаешь, как поступить, что сказать. Но все равно у тебя это получается. Ну правда. Вот, например, одна из самых частых ситуаций. Ты почему такой грустный? Я хочу домой. А что такое? У тебя что-то случилось? Тебя кто-нибудь обидел? Тебе не нравится в лагере? Мне все нравится. Я просто хочу домой. И тут мы предлагаем массу моментальных идей, которые непроизвольно откуда-то появляются. Да ты еще не был на этом кружке. Сегодня мы уступаем, завтра идем купаться. Послезавтра к нам приезжают знаменитые люди. Потом соревнования же еще. Мы без тебя вот не победим в этой игре. В общем, все это нужно перечислять без остановки. И на все это у ребенка находится самый весомый аргумент, с которым ты не можешь поспорить. Я соскучусь. Ха, ну да, действительно, соскучился. А в глубине души думаешь, да я сам соскучился. Я тоже хочу домой, я тоже человек. Да, сегодня мы еще пытаемся убеждать ребенка, что все будет хорошо, что скучать некогда, что наш отряд самый лучший, что наш лагерь самый лучший, что он сам самый лучший. Конечно, внуки остаются и больше не замечают таких проблем. Но бывает так, что мы дожидаемся тех самых людей, по которым так сильно скучает ребенок, и отдаем его им, назад, домой, к родным. Но все равно мы до последнего за него боремся. Всем знаком этот вопрос. Ну, может быть, вы заберете его всего лишь на пару дней. Ну, он дома побудет, а потом назад в лагерь. Так и получается. Он приезжает через 2 дня в лагерь, и уже все хорошо. До самого конца смены только с улыбкой на лице. И для тебя это маленький подвиг. Маленькое счастье. Потом приходит время, может, год. А может и больше. Ты идешь по серым, заполненным такими же серыми людьми улицам города. Вожатский галстук сменил тот самый офисный. Радость в жизни придется лишь выходные. Возможно, ты уже не вожатый, работаешь в какой-нибудь фирме, а может быть просто идет учебный год, и ты рутинно посещаешь лекции. И вдруг в толпе встречаешь его. Того самого ребенка, с теми самыми людьми, по которым он соскучился и которых ты уговорил его вернуть. Здравствуйте! Привет! Ну как у тебя дела? Я соскучился. Ради этого стоит ложиться в 3 часа ночи, а вставать в 8 утра. Ради этого стоит бороться с проблемами до последнего. Ради этого стоит носить вожатский галстук. Я не знаю, что я не знаю.
Подходит к концу.